Итак, всем здравствуйте. В этом видео я расскажу средство для мытья посуды от компании Green Life «Зеленый лист», которая только-только зашла на российский рынок и знает об этом никто еще. Вот. Значит, средство, полностью описание будет буквально на днях, но сразу мне не терпится записать ролик, потому что сейчас вам расскажу. Значит, средство сделано с лимонной отдушкой, без всякой химии. Значит, 1 литр разводится 20 миллилитров, что входит в состав, я еще раз говорю, будет чуть попозже сказано, потому что перевод нам еще не сделали. Значит, средство получается, вот я 20 миллилитров сюда вот в такую баночку добавил, потому что банок таких пока еще нету, ну, профессиональных от компании, вот фирменных. И буквально, да, если капнуть, ну, чуть-чуть, ну, капельку, она жидкая получается, вот, но пенится, образуется такая вот густая пена, вот, чем она больше, вот она больше, гуще и гуще становится, вот, чистит, ну, как вам сказать, я много чего перепробовал, да, многих, как говорится, был, так сказать, ну, пробовал разные средства, да, и всяких компаний сетевых, и так. Но что получается? То, что посуда вообще отмылась, вот скрип даже такой, ну, давно как бы такое не видел. Просто я не буду сравнивать ту компанию, которая, допустим, сейчас всем известна, которая более 60 лет, допустим, такое средство стоит там 490 рублей. Здесь средство стоит для дистрибьюторов 160 рублей. 20 миллилитров, если развести, то получается вот таких вот 50 банок. Насколько хватит вам, это все будет зависеть, как вы, ну, пользуетесь. Ну, хватит надолго. Получается, одна такая баночка будет стоить 3 рубля 20 копеек. Без всякой химии. Тоже можно быть и овощи, и фрукты, и все. Так что следите за новостями, подписывайтесь, скоро будет много информации, потому что товаров здесь тысячи разных. Ну и в предыдущем ролике я говорил, что средство для мытья 18 направлений, я и мою овощи, фрукты сейчас, теперь всегда тут. Всем рекомендую, средство супер для мытья посуды, проверено.